под музыку. А тебе неудобно смотреть себе в глаза в зеркало? Зачем? Ты смотришь в потолок. Ну, чтобы спина ровно была. Ну, прямо тоже нормально. Привык со штангой. И у тебя ноги еще вот слишком вот так вот. Чуть-чуть сюда сей. Привычка. Еще ты резко падаешь. Встаешь и опять резко падаешь. Паузу внизу сделать, паузу наверху сделать. Я не выпрямляю до конца ног. Попробуй выпрямляй и напрягай их еще. Максимум выпрямил, напряг, еще и жопу напрягай. Тогда лучше будет. Плавно садись, чуть-чуть посиди и встань. И когда встаешь, все напрягай, и ноги, и жопу. Давай. Давай. Во. Резко встаешь, прям ноги вставляй туда. Тык. Во. Только не надо рикошет делать снизу. Пружины? Ты опусти... Да, пружину не надо делать. Во. Я по-разному. Хорошо. Нормально. Попробуй смотреть в глаза в зеркало. Во. Поплавнее вниз садись. Во. И резче вставай. Хорошо. Вверх удобнее смотреть, да? Привычка. Расскажи технику. Технику? Обмотки. А как рассказать? Показывай. Смотри, поближе. Я не наматываю саму коленку. Я наматываю здесь сначала, потом коленку обхожу. Связки натянул чисто. И чуть-чуть натягиваю здесь. Оп. И это даст мне килограмм 20 силы. И не будет нагрузки на колени.
Давай, робот. Свобода? Отлично. Первый раз мотаешь, что ли? Я ж ты говорю, блядь. Смотри, не на одном месте мотай, а чуть-чуть вот сюда, блядь, вот выше. Под эту вот сюда. Да, вот надо ее натянуть. Давай, давай, давай. Мы же должны даже не приседать. Это тяжелее, чем присед делать. Вся тренировка наматывать бинты. Нормально? Вот так вот и наматываем. Мне кажется, на штаны чуть-чуть плохо наматывают, что скользят бинты по штанам, да? Нет? Нормально. Лишние калории что сжигаем, пока наматываем. Не помешает. Нормально, притрен работает. Попал? Да. Тоже плавно садись, быстро встаешь. Ноги дрожат, нормально? Да. Страшно. Давай, давай. Ничего страшного, давай, сделаешь легко. Все жестко, давай. Раз. Не спеши. Два. Давай, давай, давай. Три. Четыре. Хорошо. Ну и как в бинтах? Освободите Вильды. Побыстрее. Нормально, да, бинты они подкидывают? Кайфово в них делать, и на колени так сильно нету. Снимать их кайфово. Ну да. Дырка, блядь. Фу, блядь. Thank you.
Вообще. Вот тот самый кайф, да? Хорошо. Слишком сильно ремень затянул. Фу, блядь, сука! А, блядь! Ты зачем гриф погнул? Всех уебался был. Фу. И так будет с каждым. Грифом? Давай! Пошел. На самом деле я приседал, а не он. Просто кричал. Командная работа. Поскольку 25-ок больше нет, решили это красоту навести. Пятерочку добавили. Как ты додумался? Это же чудо-порошки. А пока он делает, вы посчитайте, сколько там блинов. Хочешь, я сверху залезу? Сверху хочешь залезть? Я имел в виду на тренажер. Так давай, плюс 98 сразу. Пошел. Давай, давай. Мало. Легко. Не смотри на вес, просто делай, давай.
квадрат помогает. Да. А я уже 10 сделал? Не знаю, легко, да? Ладно, сделаю еще. Такой тренажер легкий этот. Самое тяжелое здесь в этом упражнении — это снимать блины эти отсюда. Легко тебе идет. Что-то много. Данил хороший. Прет немножко. Как тепло. Тоже легко пошло, да? На камеру всегда легче работать. Чтоб не лохануть. Давай, Чикаго Буллс. Нормально было. Тут в башке потемнело вообще. Что там? 80. Всего лишь. Давай. Последний подход. Надо рвать. Рвать не надо, то потом не смогу заниматься. Давай, давай. Тренажер рвать. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Тело не поднимай. Давай, давай, восемь. Два раза. Девять. Последний. Давай, давай, давай. Хорош. Нормально. Нормально закончил. Все, пока. У тебя ноги дергаются как-то. А? Тебя еще это выпрямляется, вот эта нога. Ты ее чуть-чуть согни сразу. Чуть-чуть ее загни вот так и поднимай вот так. Чуть-чуть изогнутую. А то они у тебя прямые, начинают дергаться. Соскальзывает.